Чё, кого, ребята? Это будущий прототип 8-го айфона. Посмотрим, что же там внутри. В будущем айфон перейдет на гнезда 3.5, потому что народ победит. Также айфон перейдет на микро-USB, потому что народ опять победит. Что же у нас есть еще? Зарядка. И съемная батарея. В будущем Apple станет относиться к пользователям как к нормальным людям. Итак, мы загрузили наш телефон. Теперь посмотрим, насколько он удобен в работе для незрячих людей. Камера, Play Market, Google папка, телефон, контакты, сообщение, меню, сообщение. Двойное нажатие, чтобы выбрать, двойное нажатие и удерживайте, двойное нажатие, чтобы выбрать, двойное нажатие и удерживайте. Как мы видим, рабочий стол стал похож на Android. Это потому, что iPhone решил завоевать бюджетную сферу. Также мы видим уменьшенный экран. Это все для того, чтобы пользователям было удобно держать телефон в карманах. Если вам понравился прототип нашего айфона, подписывайтесь, ставьте лайки.